Автомобилистам удобно, для пешеходов безопасно. Благоустройство у Ледового дворца завершено. Здесь привели в порядок территорию парковки и пешеходную зону. Работы по благоустройству велись месяц. Здесь отремонтировали крыльцо, положили новый асфальт, заменили бордюрный камень. Также смонтировали стоки для дождевой воды, оборудовали два тротуара и расширили парковочную зону. Теперь транспорт и пешеходы не будут мешать друг другу. Также перед дворцом появились клумбы и небольшая зона отдыха со скамейками. На благоустройство из бюджета выделили больше 3,5 миллиона рублей. Работами, в принципе, довольны. Потому что, ну, территория реально преобразилась, и, наверное, все-таки это стало гораздо приятнее, как для взгляда, так и для жителей города. В настоящее время работники Ледового приводят в порядок внутренние помещения дворца, окрашивают входную группу и ограждение ледовой арены. Уже в конце этой недели будет запущено холодильное оборудование. В начале августа в Первоуральске стартует новый ледовый сезон.